Всем привет! В общем, день второй по обработке стен. Посмотрим, это что видна разница. Получила. Вот уже границу видно. Красиво. Она даже блестит. Вот есть блеск. Вот этой уже нету. Вот это есть. Прям блеск появился в глазах. Плохо. Видите, здесь леса. Это у меня от бани остались бревнышки. Я их использовал как ступеньки. Так. Все, сейчас разбираю. Это все выкидываю туда на улицу. Выкручены. Их надо теперь определить на улицу. Все, теперь можно выкидывать эти туда. Так, никого там нету. О! О! Сколько барахла получилось. Прикол. Композиция из досок, бревен, пленок. Козлы вот лежат. Эти козлы у меня сначала строительство дома. Верой и правдой служат. О. На улице тишина. Лампочка почему-то горит. Надо выключить ее. Так. Ну вот. Все стыки пропылесошены. Хотел еще показать результат вчерашней обработки. Вот на этой доске. Особенно это видно. Насколько она лоснится. О, шик. Вот это не обработанное. Это обработанное. В общем, сейчас продолжим обработку. Готово. Так. Эти марка Нильсон. У меня. Вот, видно, да? Так. Ведерко. Точно такое, как и вчера. Обработка. Вот. Тоже бесцветный. 5 литров. Около 60 квадратов. Это я взял с запасом, потому что еще у меня в бане будут двери деревянные. Я имею в виду входные, ну и там у меня 6 дверей будет. То есть 5 из 6 я обработаю этой пропиткой. Потому что мне она понравилась, как она все ложится, как себя ведет. И экологичность в бане не повредит. В парную, конечно, там уже будет
чем-то другим, потому что там температура будет, там каким-то маслом обработаю дверь. Это мы потом посмотрим. В общем, все. Вот, приготовил это вчерашняя кисть, ведро. Все, сейчас сюда буду выливать, чтобы это ведро основное не сушить. Здесь буду по пол ведерка наливать. Густотня какая-то, слушайте, вчера, которая в этой, она была менее густая. Ладно. Подоконники блестят. Даже после двух слоев. Третий слой придаст еще больше блеска. Да. Просто красота неземная. В общем, ребята, все, я стены обработал, на один раз все обработано. Но как-то скучно. Вот я посмотрел, слишком много все равно стен. Я решил сделать дизайнерскую такую штуку. Вот у меня было куплено вот это еще под дуб. И я хочу сделать вставки вот на стенах. Взять, если эту стену оттуда. То есть здесь я хочу две доски или три сделать другого цвета. Ну, допустим, три вот эти. Потом две сделать опять. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что получится. Сразу говорю, то, что получится, я вообще не представляю. Ну, как даже быть. Но я представляю, что я хочу получить. Но как получится, это вот не знаю. Ну, что, сейчас попробуем. Смотрим, что получится. Поехали. Так, нужно, наверное, тут решить, сколько я буду делать. Я, наверное, сделаю три вот эти. Вот эти три. Мажем. Главное не очковать. Ну вот, получается как-то так. То есть сейчас одну полосу пропускаю, две делаю, одну пропускаю, вот эту оставляю, эту, наверное, оставляю. И над окнами, наверное, вот эту сделаю, одну темную. Ну вот, как я и хотел, три доски сделал, одну пропустил. Потом одну сделал, но сразу затер. А эту сделал на два раза. Это вообще без обработки. Это без обработки. То есть как-то вот так получается. По волокнам главное направление делать. Будет очень похоже на природное происхождение данной продукции.
Так. Вот, сразу смотрится как цельная вот эта бруска, будто цельная идет. Так, вот эту надо немножко затемнить, вот как это. И она будет, там у меня затемнена. То есть вот эта белая должна идти. А вот тут сейчас замотуем немножко. Вот здесь мне понравился рисунок, как дуб. О, сейчас поближе. О, как красиво. Это все тряпкой делается. Смотрите. Красота. Тут волокна вообще по-другому идут. То есть вот этот рисунок я сделал именно тряпкой. Здесь я прям, рука не поднялась, ничего делать. Здесь вот так. Вот эти даже есть, это все природная штука. Нижнюю надо, наверное, все-таки потемнее сделать. Буду продолжать тему. То есть вот балка идет, и она у меня сюда пойдет. Сюда пойдет и сюда пойдет. Дальше туда и замкнется в итоге контуром. Будет, я думаю, стильно. Самое страшное было это начать. То есть любой дизайн начинается со страха, что не получится. Ах, красота. Сначала я ее, вот эту именно дуб, забраковал. Потому что я покрыл вот такую же, ну, у меня остаток был там метровый. И мне не понравился сам цвет, именно какой-то как грязный. Тряпка уже не впитывает. Но это вообще не тряпка. Моя футболка была когда. Попробую ее постирать потом. Вторник. Вот это первый слой и цвета, где вот нету, то есть бесцветный. Это вот эта штука по немецкой технологии. А это дуб. Без подтеков. Вот такая тут инструкция, кому интересно. Так. Вот, в общем, 2,5 литра это ведерко, пол ведра у меня ушло. Ну что, смотрим, ребята. Итог. Начнем с первой стены, которую я делал. Вот так она получилась. Мне кажется, заиграли окна. То есть вот с этими, с этим оттенком дубовым стали окна больше играть. Так, смотрим дальше. Здесь пошла. Так. Там вот это я специально сделал, то есть эту, чтобы не все слишком было. Как бы здесь идет, вот она, вот идет, 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 идет. И там я разбавил, вот так сделал. Как-то не хотелось мне, чтобы было прям зеркально. Вот так сделал, так захотел. Вот получилась такая штука. Довольно-таки стало интересно смотреться. Вот я думаю, еще бы верхние треугольники бы сделать так потемнее. Потемнее стремянку принести. Этот треугольник вот тот. Или не стоит. Это, наверное, будет уже лишнее. Ну ладно, посмотрю, подумаю. Так что вот так, ребята. Немножко грязный стал.
особенно руки. О, линия жизни видна. Ну ладно, ребята, всем пока. Продолжение будет, я думаю. Здесь еще будем полы делать. В общем, на даче тут продолжение бесконечное может быть. Если интересно, можете смотреть продолжение. Тут лестницу буду делать еще. Наружку, может, до зимы начну делать, снаружи обшивать. Снаружи я сначала хотел имитации бруса. Но в итоге я пришел к тому, что я не буду имитацию делать, а буду делать не обрезной доской широкой. В общем, потом увидите, как это все получится. Я думаю, что не обрезная доска будет интереснее играть вот именно в моем варианте, потому что у меня здесь лес кругом. То есть у меня сарай сделан из грубой доски. Окна такие грязные, пыльные. Вот, сарай сделан из грубой доски. Ну, как грубой, на один раз строганный. У меня есть станок. Я один раз прогонял, больше не добивался вот эффекта вот прям идеальной доски. То есть немножко так погрубее оставлял. Вот, баня тоже кругляк, цилиндровка, бревно. И дом будет как раз из необрезной доски, я думаю, смотреться гармонично с этими двумя постройками, сараем и с баней. Ну ладно, всем пока!